Я Умерова Зарема, супруга Умерова Шабана. Он 69-го года родился, то есть ему должно было быть, иншаллах, вот в октябре 50 лет. Он вообще образование, закончил училище, по-моему, электросварщик. А вообще, по профессии работал и по стройке, строитель, да. Очень много всего научился за все это время. Он ходил, на суды. В последнее время немножечко по состоянию здоровья. Но буквально недавно он съездил в Ростов, да, увидел братьев тоже симферопольских. Очень такой довольный приехал, увидел их. В общем, так получилось, как раз перед задержанием он с Ростова приехал. Та несправедливость, то, что такое отношение к нашему народу, эта несправедливость, конечно, мучила и его, и нас всех, всех остальных, поэтому, причина, мотивация то, что, та несправедливость, вокруг творится по отношению к нашему народу, притеснение ни в чем не повинных людей, которые ни в чем не виноваты, их задерживают, их садят, Он и с соседями здесь общался постоянно, выходил к соседям, постоянно общались, каждое утро, помню, выходил, общался и рассказывал, объяснял им, альхамдулиллях. Где-то около шести, без двух, шесть, наверное, было. Я со второго этажа увидела с окна газели начали, едут следом автозаки. Я уже поняла, что это уже сюда едут. Буквально быстренько спустилась, и настолько я спустилась быстро, они уже стучались в дверь. Настолько они быстро, я даже не увидела, как они зашли во двор, то есть наш двор, где там ворота, калитка, они уже были у ворот, стучались. То есть постучались, муж открыл дверь, он представился, был без маски, остальные в масках были. Ну и зашли, естественно, быстренько сюда, вломились, можно сказать. Толпой там их человек, наверное, было 7. Сразу у них видеосъемка, нарушение. Начали снимать здесь и все. Я говорю, вы хоть в обуви, здесь в доме ребенок, хотя бы, паласы, дайте поднять. Мы убрали немножко паласы, и они дали зачитать протокол мужу, он зачитал, копию протокола мы попросили, они не оставили копию протокола, а еще с ними были двое понятых, молодые парни, которых мы первый раз видим, не видели, то есть свои понятые были молодые парни, муж зачитал протокол, и они начали обыск с комнаты, где ребенок, первые с этой комнаты начали. Там насколько мне невестка моя говорит, там поломали шкаф, шкафчик, который открывался. Еще обыск проходил где-то часа 2,5. И что меня еще смутило немножечко, отношение, эти надсмешки, надсмехались. И когда уже уезжать, я спросила, его увезете, по Симферополю, куда, просто я, переживаю, и муж тоже спрашивает, по Симферополю, куда вы будете везти, потому что, есть случай, вы увозите, как Параламова, увезли в неизвестном направлении, я говорю, куда вы повезете, он говорит,
по Симферополю спросила, он говорит, а вы что, Москву захотели? Москву хотите? Так вот, вот шутил еще, да, насмехался. Вот так вот. Ну и все, и быстренько я что успела, собрала мужу по минимуму. И все, и вот он вышел и ушел. На следующий день в суде мы не смогли зайти. Сын вот взял пакетик, хотя бы там воду, что-то ему передать. Да, он увидел с улицы, что бабашка, говорит, слез с этого, ну, автобуса, ну, газели этой, зашел, говорит, на суд. А нас предупредили, да, что нас позовут. И он буквально увидел его и прибежал с этой стороны, чтобы зайти, и его уже не пустили. Лум говорит, вы хоть хотя бы вот воды что-то передать. Нет, так разозлился он очень на них. И, в общем, нас не пустили. Я говорю, я попросила, говорю, хотя бы, говорю, в коридоре я побуду, хотя бы, говорю, увижу его. Они не разрешили. Мы знаем, да, что вот, предположительно, он в 4-м СИЗО. Адвокаты еще с ними не встречались. Вот. О нем ничего не знаем. Первое, что самую такую вот приятную новость я узнала, что сестры вот в среду, они такую новость не сказали, что сестры Симферопольской пятерки ездили к своим мужьям на суды, и они сделали посылку. Вот. И мы сделали посылочку, и вот они мне пришли, сказали, вот это была за всю неделю вот такая, ну, новость приятная насчет мужа. Сестры, я прям, ну, слов нету, да, благодарности. Чух сагунс, джематумызга, халхамызга, чух сагунс, Аллах разу осын сизнен. Это такая поддержка, это такая, это придает силы, да, уверенности в себе, альхамдулиллях. Да, вы не оставляете нас, вот эта поддержка очень важна, да, и поэтому тоже вот один день тоже выбрались, да, съездили к сестрам в гости, да, и говорю, вот, да, надо быть вместе, потому что вместе, да, мы сила, да, альхамдулиллях, очень помогает. Очень вам благодарна всем, все мы вам благодарны, очень Аллах разосан. Очень приятно вас видеть, машаллах. Аллах разосан, чух саунс. Ассаламу алейкум. Я Умеров Аблазиз Шабанович, сын Умерова Шабана Изетовича. Вот не так давно задержали моего отца по статье терроризма. Отец, альхамдулля, никогда ни в каких таких террористических организациях не состоял. Альхамдулля был спокойным человеком уже в возрасте. В последнее время жаловался на здоровье, практически, да, не работал, дома сидел. Часто, ну, зачастую, когда приходил с работы, часто видел, да, его в руках Куран, сидел, читал Куран, да. Здоровье не позволяло, да, даже выйти нормально поработать. А так он работал на стройке, ну, последние года два как минимум, да. У него были проблемы с сердцем, проблемы с легкими. Альхамдулилля, конечно, его ждем с нетерпением, да. Действительно, на самом деле не хватает отца очень сильно, уже и во сне часто его видишь, да. Очень хочется его увидеть, обнять, когда так же обнять, как и обнял его, когда его забирали с дома ФСБ. Очень ждем его.